Блин. Я бы сказал на севере. Скорее всего, на связи. Джейсон. Да-да, я тебя в ёлку затолкал, а то ты там стоял как постовой. Спасибо. Лагает. Что-то пипец у меня и комп, и провайдер, то одно, то другое. Раз-два. Слышь. Я тут отходил немного. Что-то вы сместились, нет? Да нет, на этом же самом месте сидим. Знаете, по информации со штаба, в колонну, которую Марсман там обнаружил, там одни грузовики и Тигр. А БТРы неизвестно где. Возможно, они с востока вообще идут. Кто бегает? Да это я. Инспекцию провожу. Что-то далеко вообще. Очень далеко что-то. Почему-то у меня все какое-то говно именно на летней Черноруссии. Единственная карта, которая у меня глючит. Арма вылетает, дисконнект постоянно из-за ошибок. Мне больше всего не нравится, что это леса дурацкие. Да ладно, не все так плохо. Джейсон, а можно я чуть выше за дорогу поднимусь, там камушек есть, елки. В них сяду. Ну, иди.
не поймешь. Мы в лесу, нам пофиг на эти вертушки. Спонсор, если бы не лицо, тебя вообще не, нельзя было, возможно было бы различить. Где ты меня видишь? Ну, ты ж пулеметчик. Да, я пулеметчик. Жаль, перчатки нельзя снять, твои белые перчатки очень выдают. Ну, только медь с униформой, он будет выдавать белые трусы. А чья эта вертушка летает? Наша или врагов? Да черт его знает, там у нашей есть и врагов. На наша Марксман, да? Да, Марксман сказал. Вражеская. А нет, своя. Чего ты говоришь? Я говорю, я был как-то с фланга, типа, как-то в лоб встречать их, что эти вылезут на 100 метров от тебя, блядь, первого. Да какой лоб-то тут? И откуда они знают, что это у нас здесь лоб? Мы вообще в засаде сидим в канаве. Север нас обходит.
там еще и БТР замечен. Севе. Кто бегает? Я. Короче, весь противник на севере, у нас ничего не будет. Может, нам стоит сместиться? Да, да, смысл тут? Плюс один есть. Готовьте, сейчас пойдем. Все встаем и бежим на север. Короче, по этой канаве бежим на север. Кто едет? Это МК наш. Это МК на тимовцев, они тоже вместе с нами идут. Потерялся, я тут вижу двоих. А где еще двое? Ага, вон третий. Марчун, ты нас нашел? Да, я вижу вас, я бегу немножко. Давайте на ноль. На ноль это за оружие, да, спину, надо быстро добежать. На 30. Так, дальше на ноль. Могли бы подбросить на рынке. Да ладно, мы по лесу пойдем незаметно. Да мы пешком добежим, в принципе, уже почти около метки. Все, можно дальше без ускорения на 10 где-то бежим. Блять, споткнулся тоже. До дороги добегаем, а там отдыхаем. Темка едет, да? Да, это атимовцы. Стрельба справа. Вся атака идет с севера, мы сейчас идем на врага. Так, все вот здесь вот перед дорогой. Отдыхаем в елках.
Ты что, нашел нас? Да, я у дороги вижу. Сейчас я просто... Ну все, давайте перебегаем дорогу на 10. Ой, на 350. Вертушка своя над нами. Надо их сбить. Отделение возле Атим уже. Да, это далеко от нас. По левой кромке, по правой кромке леса сейчас будем идти. Все, оружие в руки, не надо бегать. Воюем против РФ, поэтому, блин, они довольно незаметны. Все, что зеленое. Впереди на севере атимовцы, поэтому их не постреляйте. Если верить на наши метки, враг уже в упор. Почему? Он за склоном. А мы пока что идем вдоль леса на 340. Все, я свернул на 40 до елок. И тут останавливаемся, сидим, ждем их. Вражеский пулемет, я тоже слышал. Ответ по вертушке. Надо так, чтобы на 90 мы видели лес, вот там пролесок, где они могут пойти. Спонсор. Найди-ка меня, я тебе сейчас пошлю в одно место. А вот он, ты иди сюда. Вот, короче, елки на 110, видишь? Две елки. Из этих елок тебе будет видна вот эта вот низина, которая отсюда не видна. Она вот ближайшие елки. Вот эту низину давай. Если это ляг там. Ага, давай. Только добеги лучше. Остальные смотрят на север. Посмотри, видно тебе это, ближайшую канаву, на восточную? Чуть поближе, тут еще две елки. Подбирайте. Давай еще поближе. Если они пойдут, ты просто срежешь их. Все, закрепляемся на кромке этого леса. Кто там бегает? Нет, мне не видно этот лес. Не видно? Но если не видно, тогда возвращайтесь тогда. Будем на север обороняться. Все, не бегайте, а то это у нас светлые очень рюкзаки, блин, видно нас, пипец. С востока противник может быть. Так, вижу врагов уже. Азимут 320 в нашем лесу метров, блин, на метке атимов практически. Ну, туда вот, где взрыв был, туда, в ту сторону. Ты в бинокль видишь?
20 азимут. Там далеко между елок лазил. Да, я тоже вижу. Это не свой? Там еще ползает в елках кто-то. Угу. Ползает вроде свой. Красные трассы. Красные свои трассеры. С вертолета, походу. Не-не, это МК, скорее всего. Она в том районе у них. Может, захватили? Да не, вряд ли. Ощущение, что западнее нас прошли. Если прошли, конечно. Потому что там и акимовцы вроде идут на север, и враг оттуда шел, и непонятно, кто прошел, а кто нет. Наш кто-то с рюкзаком побежал туда. Живой. По кому стреляет? Джейсона срезало, походу. Зеленые трассеры, это СВИ. Враги! Они рядом уже. С востока идут. С 20-20 азимут от меня. Джейсон убит. Трассы с 10-20 летели. Шайб же.
ГП по нам уже. Со мной все это происходит. Совсем рядом, ГП. Это я стреляю. Кого? Пехота на 320. Вон где дымы. Чуть западнее. Прям по мне. Живой, дыма вижу, пехоты нет. А они запад, на запад ушли. Орчан ранен. Истекаю кровью. Не рядом, бегать бесполезно. Учись сам.
один, 321 был. ГПшник. Они сейчас через запад, через юг обойдут нас. Там, где белый дым, там ГПшник был. Правый дым. Еще. Они еще не прошли. Так, я отработал. Ну что, нашел? Там метка стоит уже. Они еще только передовые ответы там. Основные еще тут. Марчу, ну не бегай где-то. Там вот как раз... Не бегаю, я стою за идем. Срезал вот этот видео, который по шепе. Шеп, ты живой? Я юг посмотрю, он простреливается там на здание противника. Окей, где тут рядом труп Джейсона? Я у него карту взял, у него ДВ нет. Да вы спиздили, значит, уже. Пошли за тобой, да? С БТРом еще не отмечено на карте? По мне стреляли, я в шейпу. БТР не отмечено. По нашим старым позициям ГП было. Отступаю. Рандом? Направление юго-восток рандомить. Ну, куда именно, я еще не решил. Просто если на юго-восток, это под БТР. А, так отлично, пойдем сжигать БТР. БТР дальше стоят на горе, они с холма работают. Так, отделение вижу. Азимут. Стрелять. Запад 270.
Ты подавляешь рандомно или там кто-то есть? Да, я стреляю туда. Там, да, за деревом прячется один. Направо побежал. Не могу. Бендер жив? Жив. А в чем? В чем? Я убил одного, у меня тут куча пехоты. Заебись, у нас на КВКБ. Ты перепутал КВ, похоже. Выползал! Блять, попасть нихуя не могу. Это ворчу, мне куда-то отступать. Да, давай на север отступай. Мы тоже на север отходим. Понял. А что, вы где сами-то? Мы в зоне. Так это не ворчу, народ, это чей-то другой голос. Убил, убил, убил. Давайте на первый резервный, который в частотах. А мы кто? Один, да? Один, да. На связи. На связи. Может, тебя закидали? Кто там еще у нас живой были? Бендер, Бендер, я и спонсор. А спонсор где? Вроде рядом был, стрелял тут. В общем, я на запад иду и потом на юг. Ну, мы за тобой. Все втроем же вместе. У меня пилот здесь какой-то. Я не знаю, чей. Синяя форма. Противник, противник вообще. Да смысл, это пилот как КВ? И там двое на КВ было. ДВ, ДВ. А. Раненые есть у нас? Я жив. Кто этого раненые? А, я рядом с пилотом. Я чуть южнее по склону иду. Отлично.
Да, это противник русской формы полоска. Это маэстро, мы возле зоны. Ну, тем более ГРЗ, да. Против нас. Двинулись дальше. Ну, кстати, теоретически резерв могут прослушивать тоже, если Атим уходил на резерв. Ну вот пофиг. Мы передаем им привет. Радостно идем куда-то. Шейп-карта есть? Аж 60. Надо штурмануть это здание на 120. А я пошел. На нас метку поставил. Отлично. Сейчас туда зеленую поставлю. Я кого-то слышу, кал что ли? Блять, кто там на нашей. Дошел до здания. Здание занято. Далеко отсюда до зоны? Да, да, вот до зоны. Зона через 100 метров на юг. 150. Сознание было. А тут труп валялся? О, да, точно. Он в текстуре лежал, я его не увидел. Оранжевых деревьев сместились. Я сейчас западный пролесок просмотрю, тут белки лягу, которые за дорогой. Там метка была на противника. Шейп убили. Впереди, я не понял, снизу или спереди его убили? Впереди метров пяти лежит мертвый. Похоже спереди, потому что я смотрю вниз, вот никого. Тут один рядом с нами. Мы его с калаша срезали. Продвигаюсь. Там, короче, за дорогой все. Противник лежал, убил. Ранен. К зеленому дому побежал. Угу. Сейчас я морфин веду себе.
принципе, этот зеленый дом уже в зоне. Я шейпу полутал, иду в зону. ТР едет. Откуда Азимут? Азимут. Вижу. 260. Это М-ка. Захваченная М-ка. Попадание. М-ка захвачена. Запомнили, взяли своих, подавили и уехали, короче, двоих своих, да. Убрали и уехали. Да, и зачем воевода? Да, красавцы вообще. Чё они, это своя М-ка была? Да, это... А чё они по мне начали стрелять? Они какие-то, да, они, ты не слышал переговоры их? Они говорили, что забегаем и убиваем всех, хуя всех. А, ну, я понятно. Услышал. Я просто это самое, они по мне, я свою М-ку, ну, не стал стрелять, потом она по мне начинает лупить, я такой, ну ладно, хуй с ним, стреляю в ответ. Пипец больные. Сейчас их за... Блин, Shadow, надо было его сжечь их. Ну ладно, в трибунал напишу, фигли, на тимов. Пусть страдают.